В городскую администрацию пригласили всех желающих принять участие в конкурсе. Начальник управления курортного дела и туризма отметил, 2/3 от числа всех пляжей в Сочи неблагоустроены. Между тем, летний сезон не за горами. На конкурс выставили 24 пляжа. Там либо закончились договоры, либо они были расторгнуты, так как арендаторы не выполняли всех требований по благоустройству береговой полосы. Мы со своей стороны заинтересованы в максимальной освещенности этого мероприятия. Это раз. А во-вторых, максимальной конкуренции. Поскольку чем больше будет конкуренция, тем больше бюджет получит средств от сдачи в аренду нестационарных торговых объектов. На совещании рассказали, в городе начал действовать новый порядок проведения конкурса на право заключения договора во благоустройстве пляжных территорий. Он был детально рассмотрен. Всю информацию можно найти на сайте администрации города, либо обратиться лично в управление курортного дела и туризма.